Всем здорово, народ. Таким образом выглядят бомжи в Уфе. Многие снимают всякие ролики интересные, как выглядят бомжи в Америке, да? Ходят там своими тележками. Вот моя тележка. Только здесь бомжи закупаются в Максидом. Здесь мы купили ковер, раковину прикольную, тумбочку под раковину. Также у нас была закуплена посудомоечная машина, и для нее купили специальную дверку. Ну, в общем, всякая там мелочевочка здесь. Посудомойку я буду сам подключать, стиральную машину переставлю, тоже буду сам делать. И в отличие от американских бомжов или американских граждан, российские граждане разбираются в электричестве, я сам все делал, в сантехнике тоже сам все делал, а также посудомоечную машину, стиральную машину, все буду сам устанавливать. Не потому, что у меня нету денег, а потому что мне это интересно. И, в принципе, я во всем этом разбираюсь, тут заморочек нету. А какие-то вопросики были, нам в Максидоме все подсказали. Да? Да, там еще чувак работает, который помогал мне собирать вот это все приспособление, да, чтобы подключить стиральную машину, подключить посудомоечную машину. Я этому пацану говорю, чувак, говорю, здесь получается, ну хочешь не хочешь, становишься сантехником, да, электриком. Он говорит, я сам сюда недавно устроился работать в отдел сантехники и уже здесь все знаю. Я, говорит, любую машину куда угодно подключу. Если я уволюсь, говорит, могу пойти установщиком хоть посудомоек, хоть чего. Ну, а теперь Эдгар это может. Я, в принципе, это и раньше мог, ты знаешь. Ну, да. У меня с этим проблем нету. Любое дело, только чуть-чуть поразбираться и, в принципе, все. Сейчас вам будем клеить потолочки там, обои будем делать еще. Купили вот то место, где будет обои отдираться, вот такие вот пластиковые штучки. То есть на кухне? Не пластик, а это, не знаю, как называется. Потолочная плинтуса, по-моему. Потолочная, да, Оля лучше знает. Я вообще, знаете, у меня фишка какая? Не люблю запоминать, как вся эта херня называется. Но я это все могу просто логически понять, как что к чему, прийти, показать, тыкнуть пальцем, объяснить примерно. Они меня уже понимают. И все это сделать. Угу. Но как это называется, мне как-то неинтересно запоминать, да? Есть люди, например, любят запоминать название улиц, как какая деталька называется, что куда прикручивается. Вот он мне говорит там, полтора на три четверти чего-то. Я говорю, чувак, вот это скрутится? Он говорит, да. Ну, все, ништяк. Давай. Он говорит, ну, ладно. Ну, все, мы подъехали к моей бомжарской тачке. Тут в Уфе у бомжов машины тоже бывают. Вот такая вот Mitsubishi Bomb Lancer называется. Сейчас, знаете, что? Попробуем все это затолкать сюда, если влезет, конечно. Также вы можете посмотреть наши обновления на нашей кухне в следующих видео. Да. Мы вообще собираемся переехать в дом на следующий год. Планируем. Квартиру будем продавать. Поэтому слишком не стали заморачиваться закупом новой кухни. Планировали, потом передумали. Но такие основные вещи, как посудомойка, там, сушка и так далее, вот, все это дело мы закупили, и будут у нас обзорчики, и между делом наводим красоту. То, что можно будет забрать с собой в дом. Поэтому попытаемся сейчас вообще это все затолкать. Если это, конечно, влезет. Вот у меня такой вопрос, если кто-то иностранец, живет в Америке, Европа, у вас вот эти пакеты, крупные маркеты, платно дают или бесплатно? Вот у нас этот пакет стоит 49 рублей. Такой жесткий, да? Нормальный такой пакет. Угу. Сумка, вернее, даже это не пакет. Пакет он ни о чем. А вот это нормальная такая сумочка.
Так что это пока сюда отложим дело. Давай я нажму на стоп, а потом мы покажем, вместилось у нас все это или нет. А, вместилось или нет? Ну давай, да. Ну все, ребята, я это все дело вместил. Вот. Коробочка. Даже жена залезла. Ну, а так бы пешком пошла. Да, вот смотри, как вместилось удобненько. Вот. Все это дело мы вместили. И мой багажничек полностью забился. Я там сиденье открыл и пропустил все это дело вперед. Ну все, тележку мы оставляем здесь. А, тут еще одна штучка осталась. И сюда поставим. Все, Максидому спасибо. Нормально, кстати, местечко. Недавно у нас открылось в Уфе. Все, теперь мы поехали. Опа-на. Все, ключики мои, ключики. Все, смотрите дальше.